всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Ассасин, Жакет, Фишман, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Я поставил монстров Хендерсона разных мастей по всему лабиринту. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а я их активирую, и начинается выживание. Пацаны, сразу скажу, они, наверное, будут между собой немножко воевать. Но это не точно, все, движ пошел. Давайте, кто не сыт, спрыгивает вниз, как я. О, сразу видно, кто не сыкун у нас. Погнали, только тихонько идем. Если что, резко бежим назад, когда увидишь монстра. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день и стараемся записать очень крутые режимы. Все подряд. Зомби, монстры, выживание, гонки, бродилки, проходилки, хорроры. Все записываем. Так что не теряемся и подписываемся. Чистый монстр, проход. Он убивает. Я знаю. Поэтому иду очень осторожно. Ты никого там не видишь, а я слышу. Я тоже слышу. Это получается сиреноголова, да, какие-то конченые звуки издает? Да. Понял. Ой. Ой, слышь, кого-то убили из наших. Давайте возьмем гранатку в руки, чтобы видеть, кого убивают. Блин, сыкотно как-то, пацаны. И жабы квакают, получается, да? Жабу убили. Хорошая была жаба. А не, еще есть жабка где-то. Фу, слава богу, здесь тут... Ой. Ого! Ты чё там? Так, тихонько, тихонько. Что там происходит? Убили? Никого не убили. Ты чё, это сыкотно? Пацаны, оружие не надо использовать. Чисто выживаем. А что делать, если он там стоит? Может, он отвлечется на других? Есть, он отвлекся на других. О, сиреноголовый рядом ходит. Это жесть. Вот это мне нравится. Да, конечно, они же воюют между собой. Ого. Да, конечно. Ребята, воюйте, воюйте. Ой. Бывает такое дело. Кого-то видно? Не видно. Кстати, удивительно, я еще столько времени выживаю. Я все ближе и ближе. Вот сиреноголовый прям рядом. Интересно, он ко мне пойдет или нет? Смотрим. Отлично. Кого-то убили. Ассасин убил. Ой, ассасина убили. Жаба какая-то там, какой-то... хмас, мам. Какой странные у них имена. Я хожу по лабиринту. Выживаю. Кстати, я слышу сиреноголового где-то. А вот он. Привет, мужик. Я пошел. Сейчас будет нас здесь. Он за мной, пацаны, помогайте. Ого, что творится? Ну все, у меня жопа. Выключим фонарик, но мне надеюсь, нет. Может, они между собой будут воевать? Нет! Затоптал меня. У меня аж в глазах потемнело. Что произошло? Убил меня, убил. Так, я иду дальше выживать. Так, что они между собой воюют? Красиво паркурим. По феншую все. Что они там? Давайте посмотрим. Затоптало? Так, смотрим. Пацаны, вы не знаете, есть мод на ловушке? Может, ловушек накачать? Так, я вижу, все почетко. Ой, блин, я упал. Ну все, будем выживать. Интересно, он на меня переключится или нет? Фокси, давай, будем выживать с тобой. Ого, он с горкой воюет. Горка, давай, я в тебя верю, ты сможешь убить сиреноголового. А я за горку. Хоть кто-то же должен из них выиграть. А чё, две горки? Ой, пришло? Двое на одного. Эх, горки вам... Не, кстати, у сиреноголового 500 000 жизни. Мне кажется, его никто... Не, его не завалят. Одна горка что, ушла? Это стоит. Да не надо по нему стрелять, дай я гранату брошу. Да пусть повоюет, давайте все-таки посмотрим, кто кого. Две горки, вторая пришла, она убила чувака и привернулась. Детектив ходит. Где тут детектив? А, я помню, да, с револьвером. Меня убил. Ай-яй-яй-яй-яй, их тут сколько штук. Много наставил. Не знаю, штук 20, наверное. Пойдите. Давай, мочи, мочи. Жахай. На. Убил. Нет, не убил. А что они так долго воюют? Неужели у них так друг... О, убили, убили. Пацаны, горки бешеные активировались. Взрывай. Выиграл. Ого, что творится? Я сюда. Ого.
Горка, 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 пацаны. Она реально шутки не любит. Надо валить. Давайте посмотрим. Беги, хлопцы. Да в жопа. Ура, я вышел. Я вышел на волю. Блин, тут это чили-пиздрик головатый. Мочите, мочите его. Горка пришла. Она сейчас будет его бить по жопе. А, она прицепилась к нему. Мужик, я тут при чем тут? Голова мужика, отстань. Аккуратно. Я вижу облако говна. Она за мной, горка, я вижу, как ее дамажит. Вот она. Не-не-не, я так не сдамся. Не-не-не-не-не. Давай на другого лучше. А где этот головастик? Ушел. Вот он бегает. Рядом, рядом, рядом. Пацаны выживают потихоньку. А мы пойдем сюда, сходим. Че, он ушел в лабиринт, что ли? Эй, ты меня не бросай. Так кого я бросаю? Никого не бросаю. Так, вы стойте, я сейчас добавлю еще парочку штук. Мне мало. Давайте еще картонных парочку штук добавим. Летучих мышь. А, они ж между собой будут воевать. Давайте тогда чисто картонных. Все, ребята, можно использовать оружку. Покажите, на что вы способны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? А я бегаю, бегаю, бегаю. Кстати, очень оптимизированно идет Гарриспот, потому что я отписался практически от самых грузящих аддонов. Ого, мега-взрыв. Но этого мало. Пока я буду идти за одним ходом, я возьму себе оружку. Чё ты? Ну-ка, есть хоть шанс какой-то тебя убить? Фух, сомкнули кольцо вовремя. Блин, затоптали! Вот это стадо! Ты чё, мужик? Ого, их там, они по лабиринту поразбегались. Ничего себе. О, что-то сейчас будет. Нет, ничего не будет. Так, я тоже оружку возьму, пацаны, мощную. О, вот тут есть оружка мощная, но мы не будем ее прям сильно использовать. А, даже не знаю, воздушную. О, давайте копья возьмем. Давно мы не брали эту оружку, мне кажется, это очень крутая оружка. Хоть кого-то убьем, мне интересно. О, дамажу, 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 аж царапается коробка у него. Кончились. На тогда вот эту тебе кабаку. О, я знаю, пацаны, я знаю. На тебе, я пожертвую, пацаны, с собой ради вас. Ох, их дамажит там нормально. Надеюсь, хоть кого-то я убью. Буду кидать. Побольше гранат, пока они зациклились там. Держите, подлецы, убийцы. Надеюсь, кого-то убью. Ох, там накидал я. Краснючие такие. А, на тебе воздушный удар. Валим, валим, ребята, просто валим. Сейчас что-то будет веселое. Ой-ой-ой. Да. Что у нас тут еще есть? У нас есть... Коробка с этого упала. Коробка? А, не, ну это прям жесткое, жесткое оружие. Но я могу на нем летать. Полетели, полетим, пацанам. Полетели, полетим. Во-во-во, отлично, летим. На отдачу. Ой, я не в ту сторону летел. Так, пацаны, давайте что-то веселое сделаем. Я понимаю, что их много, все. А веселое заключается в том, что надо их еще добавить, да, парочку? Погнали, фонароголовые есть. А, давайте сделаем, сейчас, наверное, будет битва между ними жесткая. Так, все четко, должно работать. Валим, валим. Я не успею, я просто не успею, надо вверх лететь. Ого, меня взрывом откинуло. Я, ребята, я летающий человек на взрывах. Ого, а куда я улетел? Вы чё, живые? Они живые, да, пацаны, постоянно? У меня опять Гаррисвот. Да, это бывает, кстати, Гаррисвот такая штука коварная. Хорошо, вы меня разозлили. Подлецы плохие. Ух ты.
Хорошо, раз вы так, я тоже буду с вами по-плохому. Я понял, обстоятельства. Ребята, будем жахать в центр событий. Кстати, у меня нет эффекта взрыва. А почему они не умирают? Меня от взрыва за карту выкинуло. Да. Но они не умерли, все равно ходят. Остались самые такие, парочку штук. Что, добьем их уже, наверное? Потому что как-то некрасиво. Есть одна пушка, которая побивает, это есть Сириус М. Нет, вспомнил, пацаны, есть такое оружие у меня. Находится оно. Но есть один большой минус. Знаете какой? Оно убивает всех. Правильно, чувак сказал. Оно убивает всех. И я думаю, что уж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Это сейчас.